Этот фильм посвящен притчам Иисуса Христа. Что такое притча? Это короткий рассказ, в котором используется метафорический язык для выражения той или иной нравственной истины. В истории человечества не было другого учителя, который использовал бы жанр притчи столь же широко и последовательно, как это делал Иисус Христос. Унаследовав этот жанр от Ветхого Завета, он расширил его возможности до такой степени, довел искусство притчи до такого совершенства, что никто из его последователей ни в первом, ни в других поколениях не обращался к жанру притчи. Притчи Иисуса представляют собой наиболее сложный для понимания пласт его прямой речи. Даже для современников они были по большей части непонятны. Ученики спрашивали Иисуса: «Для чего притчами говоришь им?» Он отвечал: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют». Так ответ Иисуса ученикам изложен у Матфея. У Марка он звучит несколько по-иному. «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». В русском переводе разница между двумя редакциями Матфея и Марка сглажена. В оригинальном тексте Евангелия от Марка вместо «потому что» стоит предлог «чтобы». Это придает тексту иной смысл. Буквальный перевод слов Иисуса по версии Марка звучит так: «А тем внешним все бывает в притчах, чтобы они, смотря, смотрели и не видели, и слушая, слушали и не разумели». Именно так текст звучит в славянском переводе Евангелия от Марка. Какой цели служит эта форма? Облегчить понимание или затруднить его? На первый взгляд кажется, что Иисус, как мудрый педагог, должен был бы прилагать усилия, чтобы облегчить людям понимание того, что он хочет сказать. Однако, если верить Марку, Иисус произносил притчи не для того, чтобы облегчить людям понимание своего учения. Как кажется, ставилась обратная задача – усложнить процесс понимания, сделать его более трудоемким, заставить человека самостоятельно поработать над содержанием притчи, спроецировать его на свою собственную жизнь, сделать свои выводы. Жанр притчи является одним из промежуточных звеньев между прозой и поэзией. Притчи излагаются, как правило, в прозаической форме. Однако их образный строй, язык, лаконичные формы изложения, присказки и присловия, которыми они часто сопровождаются – «кто имеет уши слышать, да слышит», «много званых, но мало избранных», «будут последние первыми и первые последними» – все это сближает притчи с поэзией, придает им поэтическую окрашенность. Соответственно, и восприятие притч близко к тому, как люди воспринимают поэзию. В стихотворении читатель, как правило, не ищет мораль, выводы или инструкции. Гораздо важнее оказываются образы, звукопись, ритм, игра слов – другие приемы поэтического мастерства. Притча имеет некоторое сходство с басней или сказкой. Подобно басне, она построена на принципе метафоры и в некоторых случаях заканчивается прямым указанием на то, как эта метафора соотносится с реальностью. Подобно сказке, притча не претендует на реализм и может содержать в себе разного рода фантастические детали, закончиться раньше, чем хотелось бы слушателям. Прослушав сказку или басню, дети иногда спрашивают: «А что было дальше?» Этот вопрос
взрослым кажется неуместным и комичным, так как они знают законы жанра. Ключ к ответу на вопрос о том, почему Иисус избрал форму притчи в качестве основного способа изложения своего учения, следует искать в сопоставлении его притч с его же чудесами. Взаимосвязь между словами и действиями Иисуса очевидна. При этом основную часть его действий, описанных евангелистами, составляют именно чудеса. Чудо было основной формой, в которой Иисус выражал себя через действие, как Сын Божий, посланный в мир Отцом. Точно так же притча была основной формой, в которой Сын Божий выражал себя через Слово, передавая людям ту благую весть, которую Он послан был возвестить. Чудеса Иисуса не воспринимались людьми пассивно. Очень часто, совершая исцеление, Иисус не только требовал от исцеляемых веры, но и ставил веру условием совершения чуда. Точно такое же действие оказывала каждая притча на тех, кто ее слышал. Притча ставила целью превратить слушателей из пассивных рецепторов благой вести в активных соработников того, кто эту весть им приносит. Она требовала собственных интеллектуальных и духовных усилий от тех, кому была адресована, собственной работы над пониманием ее смысла. Каждый должен был воспринять притчу по-своему. И именно в этом, по-видимому, и заключалась главная цель произнесения Иисусом притч. Таким образом, смысл притчи может по-разному толковаться при каждом новом прочтении. Именно благодаря этому притчи обладают особым свойством. Они никогда не устаревают. Будучи изначально адресованы конкретным людям, жившим в определенный исторический период, притчи Иисуса сохраняют актуальность для всех последующих поколений. Каждая новая эпоха изобретает свои подходы к притчам, свои методы толкования. Но всегда и везде действует универсальный принцип. Пытаясь понять смысл притчи, читатель или слушатель вольно или невольно проецирует ее сюжет на собственную жизненную ситуацию. По месту и времени произнесения притчи Иисуса можно разделить на три категории. Относящиеся к более раннему периоду и произнесенные в Галилее, произнесенные на пути в Иерусалим, произнесенные в Иерусалиме незадолго до его страданий и смерти. Последние разительно отличаются от первых не только по тематике, но и по общей тональности. В галилейских притчах значительное место занимают светлые, радостные, положительные, вдохновляющие образы. Сеятель щедро разбрасывает семена, не думая о том, на какую почву они попадут. Из горчичного зерна вырастает дерево, и птицы прилетают, чтобы укрыться в его ветвях. Человек находит на поле сокровище и от радости о нем продает все, что имеет, и покупает поле. Купец находит драгоценную жемчужину. Человек бросает семя в землю, и оно приносит сначала зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе и, наконец, плод. Человек выходит на поиски заблудшей овцы, и, найдя ее, радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Щедрый хозяин отворяет двери своего дома для нищих, увечных, хромых, слепых. Женщина, потерявшая монету, находит ее, созывает подруг и соседок и говорит: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». По мере приближения к Иерусалиму общая тональность притч меняется. Все большее место занимают сумрачные образы. Все чаще возникают темы возмездия, воздаяния, суда. Немилосердный богач, оказавшись в аду, мучается в пламени, просит Авраама послать к нему Лазаря, чтобы тот омочил конец перста в воде и охладил язык его,
потом просит послать его к своим братьям, оставшимся на земле, но на все просьбы получает отказ. Раб, получивший от господина монету и хранивший ее в платке, лишается того, что имеет, а врагов господина избивают на его глазах по его приказу. В притчах и поучениях, произнесенных в Иерусалимском храме, тема возмездия и суда становится доминирующей. Человека в небрачной одежде выбрасывают во тьму внешнюю, где плач и скрежет зубов. Злые виноградари убивают сначала слуг своего господина, потом его сына. Наконец он приходит и предает виноградарей смерти. Перед неразумными девами затворяются двери. Они пытаются войти, но хозяин брачного пира отказывает им. Сын человеческий отделяет овец от козлов и отсылает последних в муку вечную. Тональность притч меняется постепенно. Это не резкий переход из мажора в минор, а последовательное развитие, соответствующее общей динамике евангельского повествования. Каждая из четырех Евангелий имеет сходную драматургию. У всех четырех радостный и торжественный зачин. Далее следует центральная часть, в которой разворачиваются картины борьбы между добром и злом, противодействие фарисеев и книжников Иисусу. Эта борьба ведет к видимому поражению Иисуса, суду над ним, страданиям и крестной смерти. В финале драмы поражение неожиданно оказывается победой. Смерть побеждена воскресением. Все образы, используемые Иисусом в притчах, заимствованы из повседневной жизни и охватывают различные области человеческой деятельности. В притчах Иисуса речь идет о царях и подданных, господах и рабах, богачах и бедняках, родителях и детях, взаимодавцах и должниках, сеятелях и жнецах, рыбаках и их улове, хозяине и его овцах. Упоминаются различные денежные единицы – таланты, мины, драхмы, различные виды растений и злаков – смоковница, пшеница, плевелы, терния, разные животные – овцы, козлы, свиньи, птицы и рыбы. Основные образы заимствованы из жизни галилейской деревни. Реже используются образы из городского быта. Оперируя знакомыми для его слушателей образами, Иисус учит их от земной жизни возноситься умом к той реальности, которую он называл Царством Небесным или Царством Божиим. Для него присутствие этой реальности в земной жизни людей очевидно. Она незримо наполняет собой человеческий быт, человеческие взаимоотношения, просвечивает сквозь различные предметы и явления, окружающие людей, придает всей их жизни смысл и оправдание. Однако для его слушателей эта реальность неочевидна. Их ум прикован к земным предметам в их изначальном земном значении. Даже ученики оказываются не способны воспринять метафорический язык Иисуса. Иисус имел обыкновение учить людей из лодки. Он садился в лодку, отплывал от берега, а люди стояли на берегу и слушали. В условиях, когда не было микрофонов, водная гладь становилась естественным резонатором, усиливавшим громкость голоса. Сидя в лодке, Иисус произнес такую притчу. «Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терния, и выросло терния и заглушило его. Иное упало на добрую землю и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит». Чтобы понять смысл этой притчи, мы должны вспомнить о том значении, которое имели для слушателей Иисуса такие основополагающие понятия, как «земля», «семя» и «терния».
Это значение для современного человека совсем не всегда очевидно, в результате чего притча воспринимается как отвлеченное повествование, в котором рассказчик оперирует абстрактными, далекими от жизни понятиями. Мало кто из жителей современных городов хотя бы раз в жизни видел, как реальный сеятель разбрасывает семена на реальном поле. Сеяние и жатва давно уже стали механизированным процессом. Да и с ним знакомы только люди, непосредственно занимающиеся сельскохозяйственными работами. Городские жители, если и знают что-нибудь о труде сеятеля, то либо по литературным произведениям, либо по картинам Ван Гога. Притчу о сеятеле Иисус разъяснил сам в ответ на просьбу учеников. Оказывается, она о том, как люди воспринимают Слово Божие. Один охотно слушает, вроде бы соглашается, но потом приходит дьявол и похищает то, что было посеяно в сердце. А другой с радостью принимает слово, но не имеет корня, и когда наступает гонение, соблазняется. Третий слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен. Так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Таким образом, сам Иисус показал, как надо толковать его притчи. За внешними, бытовыми, материальными образами надо учиться видеть иную, духовную реальность. Кто понимается в притче под сеятелем? Очевидно, сам Христос. В ней он говорит о себе, своем учении и о том, как по-разному это учение воспринимают люди. Притча о сеятеле таким образом становится прелюдией ко всем другим притчам Иисуса. Это своего рода притча о притчах. Притчи Иисуса Христа сбываются в истории многих народов. Русская земля на протяжении веков была той доброй почвой, в которую падало семя Слова Божия и производило обильный плод в лице святых, благоверных князей, святителей, преподобных, мучеников. Эту землю называли Святой Русью, потому что идеал святости настолько глубоко проник в сознание русского человека, что он, как казалось, уже не мыслил себя без Христа и его церкви. Когда же наступило гонение, ситуация резко изменилась. Миллионы людей встали на путь исповедничества, но некоторые отреклись от веры и от Христа. Это были те, о которых Иисус сказал, что они не имеют в себе корня. Пока время благоприятное, они веруют, а когда наступает гонение, соблазняются и отпадают. Вот еще одна притча. Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем, выберем их?» Но он сказал: «Нет. Чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Основное содержание притчи о плевелах – борьба между Богом и дьяволом, между добром и злом. Символом добра в притче является пшеница, символом зла – плевелы. Произрастают они обычно там же, где растет пшеница. По внешнему виду напоминают пшеницу, однако содержат в себе вещества, способные вызвать у человека отравление. Внешнее сходство плевела с пшеницей – заставляют увидеть в этом образе указание на зло как эрзац добра, на дьявола как того, кто мимикрирует под Бога.
Что может сказать притча о плевелах человеку 21 века? Прежде всего, она говорит о долготерпении Божьем. Часто люди задают один и тот же вопрос. Почему Бог не наказывает грешников, преступников, негодяев? Почему допускает зло? Почему позволяет злым жить среди добрых и совершать свои злые дела? Ответ кроется не в том, что Бог не замечает зла или попустительствует ему, а в Божьем долготерпении. Притча о плевелах напоминает о том, что дьявол ведет свою работу параллельно с Богом. Зло присутствует в мире наряду с добром. В притче о сеятеле Иисус говорил о людях, подобных семени, посеянному среди терний. Оно быстро дает всходы, но терния также быстро заглушает его. В своих притчах Иисус неоднократно обращается к теме взаимоотношений между людьми. Одна из таких притч была произнесена им на пути из Галилеи в Иерусалим. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». У меня в руке 4 монеты первого века. Вот это динарий. Он часто упоминается в Евангелиях. В одном из эпизодов враги Иисуса, желая найти повод обвинить его, обратились к нему с вопросом, нужно ли платить налог кесарю, то есть императору. Вопрос был лукавый. Если бы Иисус сказал, что нужно, его бы обвинили в пособничестве римским оккупантам. А если бы сказал, что нет, могли бы предать суду римской власти за организацию гражданского неповиновения. Он велел принести динарий. Когда его принесли, он спросил, чье здесь изображение и надпись. Ему ответили: «Кесарь». Тогда он сказал: «Отдавайте кесарю кесарева, а Богу Богова». 2 самые маленькие монеты у меня на руке – это дилепты, каждая достоинством в 2 лепты. Эти монеты имели хождение в Палестине времен Иисуса Христа. Считается, что именно такую дилепту, то есть монету достоинством в 2 лепты, положила в храмовую сокровищницу бедная вдова. Иисус, увидев ее, сказал, что она отдала все, что имела, принесла Богу большую жертву, чем те богатые люди, которые жертвовали от избытка своего. Самая большая монета – это тетрадрахма или статир. Половина статира составляла годовой налог на храм. Со статиром связано одно из самых загадочных чудес Иисуса Христа. Когда Иисус с учениками пришел в Капернаум, к Петру подошли люди, собиравшие налог на храм, и спросили, не даст ли Иисус дидрахму. Не успел Петр адресовать этот вопрос Иисусу, как он сам сказал Петру: «Чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, закинь удочку, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у нее рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя». Но вернемся к динарию и милосердному самарянину. 2 таких монет было достаточно, чтобы оплатить несколько дней пребывания человека в гостинице и его лечение. Милосердный самарянин – единственный герой притчи, который подает положительный пример. Любовь к ближнему – это деятельная любовь. Она выражается в способности человека отождествить себя со страждущим, войти во все детали его бедственного положения и приложить максимум усилий для оказания ему помощи. Вместо того, чтобы поскорее скрыться с места события,
как это сделали священник и левит, самарянин тратит время и средства на помощь пострадавшему, а главное, вкладывает в него свое сердце. Милосердный самарянин в притче символизирует самого Христа. Милосердный самарянин – это Сын Божий, сжалившийся над бедствующим человеческим родом, терзаемым страстями, грехами и бесовскими влияниями. Он пришел к падшему, измученному и израненному человеку, взвалил его на себя и понес. Он принес его в церковь, где создал все условия для его духовного исцеления и полного восстановления, и пообещал снова прийти, чтобы убедиться в том, что человек действительно полностью исцелился. Самая известная притча Иисуса Христа о блудном сыне. На протяжении веков притча становилась источником вдохновения для богословов, философов, писателей, поэтов и художников. Знаменитая картина Рембрандта «Возвращение блудного сына» – одна из многих в длинном списке произведений изобразительного искусства, посвященных этой притче. Притча о блудном сыне – самая длинная из всех притч Иисуса. Ее основной сюжет состоит из трех сцен. У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих“». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. В каком-то смысле притча о блудном сыне является сокращенным изложением всего Евангелия. Если бы из всех притч, произнесенных Иисусом, надо было выбрать одну, наиболее полно отражающую общий смысл его вести, обращенной к человечеству, следовало бы выбрать именно эту притчу. Если бы во всем Новом Завете необходимо было обозначить образ, наиболее точно соответствующий тому, что Иисус говорил о своем отце, это был бы образ отца из притчи о блудном сыне. Если бы требовалось найти один символ, наиболее емко и лаконично отражающий христианское видение человечества в его взаимоотношениях с Богом, это был бы блудный сын. Прямой и непосредственный контекст, в котором была произнесена притча, составляла ситуация, сложившаяся вокруг Иисуса. С одной стороны, следующие за ним по пятам мытари и грешники, алчущие Слово Божие, жаждущие исцеления от недугов душевных и телесных. С другой – фарисеи и книжники, наблюдающие за этой картиной со стороны с недоверием и брезгливостью, перерастающими в ропот и негодование. Он вновь и вновь считает нужным объяснить им, что пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Отец в притче символизирует Бога, для которого все люди являются сыновьями и дочерями. Каждому Бог дает наследство. Те таланты, способности и возможности,
которые человек может в полной мере реализовать, пребывая с Богом и посвящая Ему свои труды. Тот же самый потенциал человек может растратить вдали от Бога, употребив его на достижение земных или греховных целей. В этом смысле блудный сын становится символом каждого человека в тот момент, когда он делает выбор в пользу греха. В притче отпадение человека от Бога описано как многоступенчатый процесс. Сначала человек в своем сознании отделяет материальные и духовные блага от Бога, источника этих благ. Они становятся самоцелью. Он хочет пользоваться ими автономно, независимо ни от кого. Получив их в свое распоряжение, он начинает использовать их для удовлетворения собственных греховных страстей. Однако то, что казалось столь привлекательным, быстро превращается в свою полную противоположность. Что казалось обещающим наслаждение и насыщение, в действительности приводит к духовному голоду. Человек попадает в сообщество демонов, в притче их символизируют свиньи, пытается насытиться той пищей, которой они питаются, но эта пища не может утолить его. Пределом духовного падения является полная потеря памяти о Боге, об отчем доме, о возможности возвращения. До этого предела блудный сын не дошел. На предпоследней ступени отпадения от Бога он вспомнил о своем отце, и с этого начался долгий и трудный путь домой. Возвращение к Богу тоже совершается в несколько этапов. Первый этап обозначен словами «придя же в себя». Человек вспоминает о своей прежней личности, о себе самом до того момента, когда он сознательно встал на путь греха. Ему хочется восстановить разорванные связи и, прежде всего, связь с отцом. Ведь именно с разрыва этой связи началось его духовное падение. Следующий этап – решимость вернуться. Она обозначена словами «встану и пойду». Это еще не действие, это лишь намерение. Наконец, третий шаг – переход от мыслей к действию. Он обозначен словами «встал и пошел». Это действие становится поворотным пунктом в судьбе блудного сына. Он еще не знает, что ждет его по возвращении домой, но он знает, что только отец может спасти его. Образ отца, бегущего навстречу сыну, свидетельствует о том, что покаяние – не улица с односторонним движением. Это не только путь, по которому грешник возвращается к Богу, молча и терпеливо ждущему его на другом конце улицы. Это также и встречное движение Бога к человеку. Любовь Божия подобна отцовской и материнской любви. Она не уменьшается из-за того, что сыновья ведут себя не так, как хотят родители. Человек может отречься от Бога, но Бог не отрекается от человека. Человек может уйти от Бога, но Бог не уходит от человека. Сын может забыть об отце, но отец не забывает о сыне. Любовь сына к отцу может уменьшиться или вообще исчезнуть, но любовь небесного отца к своим детям не уменьшается пропорционально их недобрым поступкам. Сын, даже провинившийся, даже предавший, даже расточивший отцовское имение, не может быть низведен в статус наемника. Он всегда остается сыном. В этом тайна божественной любви и милосердия, раскрывающейся через притчу. За отцом в притче остается последнее слово. Оно выражено в лаконичной формуле: «Был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Эта формула применима ко всякому человеку, который решает отказаться от греховного образа жизни, сойти с пути зла и встать на путь покаяния. Такому человеку Бог не вменяет в вину его прежний образ жизни, потому что обращение и покаяние полностью перечеркивает его предыдущий опыт, позволяет начать жизнь с чистого листа. В конечном итоге притча о блудном сыне говорит о том, что Бог любит человека не за его заслуги, а потому что любовь – неотъемлемое свойство Бога. Любовь отца из притчи является одновременно образом любви Бога Отца и образом любви Бога Сына к людям, в том числе к тем, кто пригвоздят его к кресту.
Из притч, произнесенных Иисусом в Иерусалиме в последние дни жизни, особое значение имеет одна – о злых виноградарях. Иисус произнес ее, обращаясь к фарисеям, которые уже замыслили убить его. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. В финале притчи хозяин предает смерти злых виноградарей, а виноградник, символизирующий землю израильскую, отдает другим виноградарям. Если попытаться услышать притчу ушами тех, кто слышал ее из уст Иисуса, то окажется, что наиболее чувствительной темой, которую он затронул, была тема земли. В его словах не могли не услышать предсказания о том, что иудеи лишатся той самой обетованной земли, которая была им так дорога. Именно эта струна резонировала в их сердцах наиболее сильно. Не будем забывать о том, что земля находилась под оккупацией, и что угроза изгнания из нее коренного населения постоянно висела над ней. Эта угроза исполнится во время Иудейской войны 66-73 годов, когда Иерусалим будет взят римскими войсками, а его обитатели убиты или депортированы, или проданы в рабство. Произойдет это спустя 40 лет после того, как Иисус произнес свои последние притчи. Ситуация римского владычества и общей политической нестабильности придавала притчам Иисуса особый привкус, который не всегда ощутим для тех, кто читает их 2000 спустя. Есть еще одна важнейшая тема, которая раскрывается в притче. Бессилие Бога перед человеческой свободой. Это бессилие не вынужденное, а добровольное. Бог заранее знает о злых поступках людей, но это знание не означает того, что люди заведомо предопределены к совершению таких поступков. Бог может вмешаться в ситуацию и предотвратить зло, что Он и делает в некоторых случаях. В других же посылает людям сигналы, на которые они должны самостоятельно отреагировать отказом от злых намерений. Этот отказ целиком и полностью зависит от их воли и свободы. Бог не принуждает их к отказу. Он лишь намекает им на то, что знает об их намерениях, чтобы они, может быть, устыдились и покаялись. Ответом иудеев на притчу о злых виноградарях могло стать их покаяние. Однако этого не произошло, и Иисус знал, что этого не произойдет. Виноградари принимают, как им кажется, наиболее легкое решение. Пойдем убьем его и завладеем наследством его. Подобные решения на протяжении веков принимали люди, убивая друг друга из желания завладеть имуществом, или из зависти, или из ревности, или из ненависти, или по иным причинам. Осмыслению этой темы посвящено множество философских трактатов, литературных произведений. В романе Достоевского «Преступление и наказание» ставится вопрос: позволительно ли человеку переступить через жизнь другого для достижения своих целей, будь то благородных, возвышенных или материальных, корыстных? Смогу ли я переступить или не смогу? Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая или право имею? Такими вопросами задается в романе студент Раскольников, убивающий топором старуху-проценщицу. Злые виноградари в притче сумели переступить,
потому что сочли, что они право имеют. Многие философские и политические теории оправдывают убийство, если оно мотивировано теми или иными целями, например, классовой борьбой или борьбой за справедливое мироустройство. Для христианской же традиции непреложной остается заповедь Божия «Не убий». Любая человеческая жизнь имеет ценность, и любая смерть, тем более насильственная, наносит урон всему человечеству. В нашем фильме мы рассмотрели несколько притч, а в Евангелиях их более 30. Неприходящая ценность притч Иисуса Христа заключается в том, что они помогают человеку лучше понять Бога, приблизиться к Нему, полюбить Его. В этих притчах Бог предстает как суверенный властитель, который имеет абсолютную власть над своими подчиненными. В то же время Он долготерпеливый и многомилостивый Отец. Бог бесстрастен, но не безэмоционален. Он на небесах, но не дистанцируется от земли. Он всесилен, но готов уступить воле человека, когда сочтет это полезным. Бог любит человека как свое создание и свое дитя, и каждая притча по-своему раскрывает эту истину. Притчи многое говорят об Иисусе. Будучи их автором, Он одновременно является и героем большинства из них. Они – послание Бога людям. Их произносит тот, кто является одновременно человеком и Богом. Иисус не отделяет себя от Бога, и все качества и свойства, которые Он приписывает Богу, принадлежат также Ему самому. Притчи говорят и о том, как человек должен выстраивать свои отношения с ближним. Он призывается прощать, как отец простил заблудшего сына, отзываться на чужую беду, как милосердный самарянин отозвался на беду человека, попавшего в руки к разбойникам. Видеть людей глазами Бога, всматриваясь в глубины их души и прозревая в них образ Божий. Притчи были произнесены Иисусом в конкретном историческом контексте, но их значение выходит далеко за его рамки. Их значение универсально, и 2000 лет спустя они звучат так же оригинально и выразительно, как звучали для его современников, погружая мысль читателя в бездонные глубины веры. Thank you.